Итак, друзья, всем привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультфинанс. И в этом видео я хочу вам рассказать о том, как же пользоваться мессенджером Telegram, точнее, расскажу про несколько фишек, которые мне нравятся. Итак, ну давайте я для этого специально зарегистрирую вместе с вами, зарегистрирую Telegram. Для этого мне нужно ввести номер телефона. Так, вот, кстати, кто регистрируется непосредственно из приложения, а не через телефон на компьютере, то нужно вот этот слово, вот эту кнопочку Here нажимать. Here. Для чего? Для того, чтобы пришло все-таки текстовое сообщение. Так, ну сейчас мне должно прийти сообщение. Вот оно пришло. 78 78 489. Так, здесь мне на first name мое имя, моя фамилия, ну давайте там, ну что-нибудь придумаем, давайте академия пусть будет, академия страхования, да, допустим, мы подписались. Но опять же, у меня изначально, видите, какая тема не родная, то есть не стандартная, у меня такого фиолетового цвета, у вас будет голубой цвет, но тем не менее, я, например, могу здесь настройки, да, настройку поставить, не нравятся эти цветочки, я захожу и убираю эту тему, и все, в принципе, нет, давайте еще раз так нажимаю, убрал эту тему, но мне, например, надо использовать, так, нет, я не хочу. Не хочу, чтобы поменялось у меня ничего. Да, например, вот такую серую тему. Да, делаю серую тему. Вот, собственно, у меня никого сейчас нет. Ни с кем я не могу общаться. Вроде как бы непонятно. Но на самом деле я могу... Что, какой мой может быть первый шаг? То есть первый шаг я могу, например, себе в записную книжку кого-нибудь добавить. Для этого захожу в контакты, нажимаю контакты и пишу, например, какого-нибудь человека. Ну, пишу самого себя. 921-938-1450. Вот я написал. Причем название я могу придумать ему самостоятельно. Ну, давайте, допустим, это Сюзанна. Сюзанна, да, например, я написал. И нажимаю «Создать». Так, сейчас я, подождите, найду контакты. Я создал. Вот она у меня, Сюзанна. Я захожу в эту Сюзанну и пишу, например, тестовое сообщение. На самом деле это не Сюзанна, на самом деле это Кирилл Рыбасов. Но так как вы ее в записной книжке себе записали как Сюзанна, то она именно так и выглядеть будет, именно так и будет выглядеть. Я вам сейчас попробую, может быть, свой принтскрин. Нет, не буду. В общем, не буду ничего делать. То есть смысл заключается в том, что вы, ну, то есть вы именно так, как человека назовете, так он и будет у вас отображаться. Можно здесь менять, опять же, написать Кирилл Рыбасов, там, Санкт-Петербург, да, допустим. То есть здесь удобно, вы можете помечать, у других пользователей будет отображаться именно так, как человек зарегистрировался. То есть если вы, например, меня, ну, давайте, кстати, вот здесь попробуем по поиску найти мультилиадер. Ну, он, да, меня сразу ищет. Сейчас мультилидер. А ну-ка, мультилиадер будет искать. Да, вот мультилидер-бот находит, и меня то же самое. Ну, то есть он, как я записан, Кирилл Санкт-Петербург, так и будет в записной книжке. И в этом, друзья, есть отличие, потому что вы можете у себя человека записать, он в каком-то чате пишет, и там в этом чате вы видите его именно так, как он написал себе. А другие пользователи, например, будут видеть его под каким-то другим именем. Да? То есть это особенность, но в то же время прикольно, то есть можно тут все менять и так далее. Дальше что? Дальше что? Что мы можем здесь делать? Что самое интересное? Ну, мы можем, естественно, создать самый простой канал. Канал, допустим, давайте назовем... Как? Ну, давайте назовем там страхование, да? Нет, давайте не страхование назовем, а банковские карты. Банковские карты. Да, допустим, мы создали все про банковские карты. Нажали, да. И смотрите, здесь у нас есть public channel, то есть любой человек может найти этот канал по поиску и присоединиться, и private. То есть, если вы хотите, чтобы это был
Причем я здесь, подождите, я здесь именно channel сделал, а я хотел группу сделать, да? Давайте еще раз отменим. Отменим. То есть еще раз, я выбираю здесь new group. То есть я выбираю new group и называю ее, например, страху. Не, опять же, давайте банковские карты. Банковские карты. И сюда могу пригласить сразу Кирилла Рыбасова. Почему? Потому что он у меня уже есть в записной книжке. Если у меня человека в записной книжке нет, я могу его пригласить в банковские карты следующим образом. Это закрытая группа, поэтому как я могу человека пригласить? Я могу ему отправить вот такую ссылку. Ну, допустим, я Кириллу Рыбасову отправляю. Кирилл Рыбасов может переправить кому-то, и в конечном итоге эти люди будут подсоединяться. Либо вы где-то на сайте делаете эту ссылку, и в ваш частную группу могут подключаться люди. Но вы можете, например, еще сделать вот таким образом. Create invite link. Да? Можете вот такую сделать. Да? И что тоже очень важно, вы можете, например, апгрейтить, здесь же апгрейтить до супергруппы. Супергруппы больше людей. Смотрите, что новые члены могут видеть всю историю. Да? Если вам это нужно, вы можете это сделать. Да? Если вам не нужно, оставляйте простую группу. Сообщения удаляются для всех членов. То есть, если вы в обычном чате что-то написали, там какую-нибудь ошибку, не тот файл скинули и так далее, то вы можете в супергруппе зайти и удалить для всех, и никто не будет видеть. А в обычной будут видеть. Админ может важное сообщение закреплять вверху группы, и создатель может установить публичный public link for группа, да, то есть публичную ссылку для группы. Ну давайте сейчас посмотрим, что мы можем сделать. То есть смотрите, у нас вот такая, видите, некрасивая ссылка сейчас. Мы заходим в редактирование. Так, any only admins. Так, сейчас подождите, подождите. Да, вот мы заходим в редактирование и создаем паблик группу и можем назвать, например, мультикардс. Есть такое, да, вот мультикардс, например, мы создаем такую группу и нажимаем Save. Кстати, смотрите, как получилось, что у нас сейчас банковские карты являются, давайте посмотрим, супергруппой или нет. По-моему, не супергруппой, да, мы на сегодняшний момент являемся. Или супергруппой. Ну-ка, сейчас подождите обратно. Все, я супергруппу сделал, все правильно. А ты удивился, откуда же здесь паблик ссылка. И все, и мы можем здесь скопировать и, например, отправить Кириллу Рубасову. Ну, давайте сейчас я себе отправлю и эту же ссылку попробую переслать в мои другие чаты для теста. Например, что-нибудь сейчас напишем им туда. Пусть они попробуют присоединиться. Так, копи. Да, причем у меня вот здесь, например, определился в моем телефоне, определился вот по этому номеру телефона, у меня был записан в чате телефон как мама Билайн, и он у меня здесь определился. Вот так, такой есть прикол. Так, сейчас беседка. Так. Сейчас отправим сообщение. Здесь, кстати, одно из тех вещей, которые я вам сейчас расскажу, как пользоваться Telegram, одна из моих любимых штучек, это возможность отправлять голосовые сообщения. Друзья, кто-нибудь по ссылочке перейдите по-братски, мне для теста нужно. Спасибо. Сейчас я несколько групп это сделаю, может быть, кто-нибудь и все-таки у нас и придет в 11 часов вечера. Так, сейчас, еще одну мы беседочку найдем. Друзья, для теста перейдите, пожалуйста, по ссылке. Спасибо. В общем, и таким образом мы в эту группу, которая была private группой, фактически можно попасть по публичной ссылке. Вот единственное, что я не знаю, она в данной ситуации стала у нас из-за того, что у нас публичная ссылка, есть ли возможность просматривать сообщение? Не знаю, скорее всего нет, да, потому что это не канал. Но вступить в эту группу может, получается, каждый желающий. Следующий, что такое канал, да? Чем отличие канала от непосредственно группы? Если в группе каждый, кто присоединяется, может что-то писать, да, вот перешел Антон. Отлично, отлично, спасибо. Отлично, я тут
Тестирую под запись, как пользоваться Telegram. Да, смотрите, друзья, например, можно скидывать в чат фотографии. Допустим, мы вот эту фотографию перетащили и можем что-то здесь написать, тест, допустим, и отправить. И он отправляется вот таким образом. Но в этой ситуации качество фотографии ужимается. Если вы хотите переслать что-нибудь в более хорошем качестве, то правильнее всего вам будет сделать, например, вот таким образом. Да? То есть вы отправляете его как файл. И весь размер файла он будет сохранен. То есть размер файла будет сохранен. Ну давайте сейчас глянем какой-нибудь, ну вот листочек, давайте вот этот скинем, розочку, и посмотрим, есть ли эта розочка, десктоп. Так, розочка. Ладно, нету. Хорошо, ну в общем смысл такой, что сюда можно перекладывать любые файлы, любые документы и так далее, и так далее. Давайте сейчас Excel-евский файл попробуем. Excel. Есть какой-нибудь файл? Excel. Есть что-нибудь такое? А, он XXXL. Ну ладно, я сейчас не буду заморачиваться. В общем, любые файлы можно сюда прикреплять. Самое интересное, что можно, естественно, всякие эмоджи использовать. Я думаю, что многие знают, как это делать. Но вот здесь можно прикалываться и разные эмоджи. Но самое интересное, что можно и гифки. Ну, например, давайте, что там у нас карты, да, у нас тема карты. Cards. Мы можем выбрать карты. Ну, видите, это такие игральные карты. Нам надо, например, банк cards. Оп, нажали, и у нас какие-то банковские карты, я не знаю, что там, ну не похоже, конечно, на банковские карты. Да, только, ну, банк, давайте банки посмотрим, что у нас тут с банками есть. Ну вот такое что-нибудь. То есть гифки есть. Единственное, что я пока до сих пор не понял, как, например, сделать это на всю ширину. Но обычно вот так я делаю, чтобы убирать эти гифки. Они мне не очень всегда нравятся. Короче, когда я сужаю, поменьше делаю, гифки, именно гифки уходят. Или здесь расширяю. А, ну вот видите, получилось, все нормально. А не, ну вот на такой объем она расширяется, а на такой объем оно нормально помещается. Так, еще раз. Масло масляное, но тем не менее. Вот этот чуть не очень идеально. Я не знаю, может на Windows у вас будет работать получше. Но здесь у меня работает плохо. Так, ну елки-палки. Вот терпеть этих вещей не могу, когда начинает моросить. Ну вот, до такого размера, видите, он без гифков, чуть больше, но начинает добавлять гифки. И эмоджи. В общем, про этот я сказал. Что у нас еще? Звуковой файл. То есть мы можем нажать звук. Смотрите, как им пользуется. Нажать звук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тест. И отправить его. Но если мы будем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тест наговаривать. И потом чуть-чуть, удерживая палец, уведем стрелочку выше, то оно не отправится, то есть не запишется. Будьте внимательны. То есть, если хотите, чтобы ваша запись оставалась, всегда удерживайте кнопочку на звуке. Но есть еще одна фишка. Здесь ее не видно. Здесь ее не видно, но давайте я вам пришлю ее сейчас в сообщение от Кирилла Рыбасова. Да, я покажу. То есть вы берете телефон, один раз нажимаете на кнопочку микрофончик, ну я не знаю, там на большой экран это не покажу, потом как-нибудь через демонстрацию экрана телефона, нажимаете на удержание и записываете это на камеру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И до одной минуты я могу записывать до одной минуты видео. Все, я отправляю. Так, я не туда отправил. Ну давайте я отсюда сейчас перешлю. Например, в чат. А где же он, наш чат? А, я сам, получается, еще не вступил. То есть Кирилл Рыбасов в банковских картах, ну, был же добавлен. Да. Вот банковские карты. Ну давайте еще раз я нажму запись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тест.
4, 5, 8, 1, 12. И отправляю такое видеосообщение. Да, видите, меня друзья увидели. То есть то, что я в записи начали мне писать. Каждый раз, когда в записной книжке у вас есть люди, они видят в Телеграме, что кто-то присоединяется. Да, да, прямо сейчас тестирую, прямо сейчас записываю видео о том, как пользоваться Telegram. Да, но это как бы такие простые вещи, как бы удобно, все замечательно. Кстати, да, например, я могу вот так вот зайти, это сообщение полученное, во-первых, прикрепить, да, помните, мы говорили про это. То есть можно сообщение прикреплять, и дальше вот по чату вы идете, но нажали сюда, и все получилось замечательно. Вот, кстати, мы можем, опять же, зайти в банковские карты, ты скопировать и отправить, да, кому нам нужно. И дальше, допустим, вот, кстати, смотрите, видите, у меня Людмила Шабалина, она когда не добавлена мой в контактный лист, у нее есть просто ее мобильный номер телефона. Но мы можем вот так вот сделать, add account, и она добавится, и, соответственно, все будет хорошо. Дальше мы заходим в банковские карты. Давайте я еще хочу вам показать, например, хочу вам показать, как можно добавлять и прослушивать звуковые файлы. Очень тоже прикольная штука. Но если эти звукозаписи уже были добавлены в Telegram, то это гораздо сделать лучше. Музыка. Сейчас я найду свой чат. Музыка. Ну, у меня музыки нет. Ну, давайте здесь сейчас найдем какой-нибудь музыка. Кстати, моросит. Вот у меня есть свой чат музыка, но он не всегда почему-то находится. Это вот уже не в первый раз. Ну вот, допустим, я нашел Music. Music 2017. Это, кстати, вопрос о том, что там ВКонтакте стало платным и так далее, и так далее. То есть я нажимаю, в банковские карты переправляю. И здесь мне надо что сделать? Загрузить. То есть я загружаю себе. Опять же, он не скачивается, как я понимаю, на ваш компьютер, а скачивается непосредственно в кэш. И можно здесь зончик прослушивать. Да? Но фишка в том, что эта запись еще будет доступна вам здесь. То есть вы зашли на вот это видео, нажали проигрываться, она начинает проигрываться здесь, но если вы нажали здесь, вот она вверху, она будет возможно управлять их верхней панели. Но если вы опять же зайдете в музыка, дальше, допустим, опять же перекидываете вот этот файл в банковские карты. Да, таким образом, потом, допустим, какой-нибудь, ну вообще давайте много перекинем сразу пачкой, forward, и перекидываем это все в банковские карты. Вот мы перекинули банковские карты, и у нас есть здесь в этом чате определенное количество звуковых файлов. Мы заходим в наш список, и они здесь у нас все видны. И все, мы в порядке можем прослушивать. Кстати, с мобильного телефона это все гораздо симпатичнее. Ну, давайте я покажу, как это с мобильного выглядит. Сейчас я в наши же банковские карты зайду, все это включу. Ага, так, сейчас, секунду. Надо мне скачать первый трек, чтобы он у меня появился, да. Так, тихо. Вот, нажимаю, и смотрите, какой классный плейлист появляется. Сейчас я вам чат скину. Да, жалко, мне надо было сразу подключить демонстрацию непосредственно с телефона, и у нас было бы все по красоте, но я не думал, что так зайдем далеко в этом первом видео. В общем, все сейчас сразу про Telegram расскажу, все, что знаю. Да, в общем, скидываю это в чат по банковским картам, в итоге получается, что вот он этот плейлист, смотрите, как красиво выглядит, то есть можно все видео прослушивать, здесь зацикливать эти видео, хаотично их включать и так далее. То есть, в принципе, достаточно крутой плейлист, все мы знаем, особенно пользователи iPhone, что у нас есть проблема, нужно платить за треки Apple, или ВКонтакте уже тоже начинают ограничивать, поэтому сейчас можно вот таким образом. То есть вы закачиваете какой-то трек себе в группу, то есть какую-то
MP3 запись, и в конечном итоге она начинает быть доступна. Поэтому, если вы хотите слушать музыку, заходите в Telegram, создаете группу «Музыка», туда скачиваете музыку, заливаете музыку, которая, например, еще никем не была залита в Telegram, а если у кого-то она уже залита и есть, вы просто форварднули, и все, она у вас легко доступна. Ну вот, например, этот простой способ я вам показал. Что дальше? Да, ну, естественно, звонилка, да, то есть есть звонилка, то есть можно позвонить. До этого я захожу сюда, набираю кнопочку «позвонить», и у меня вот и пошел телефон, звонок. Могу отклонить, могу обратно я тоже позвонить. То есть звонилка здесь работает, все в порядке, все хорошо. Причем, когда мы звоним из Telegram, на самом деле есть прекрасная возможность выбрать, звонок с Telegram сделать или звонок с телефона. Поэтому я сейчас уже настолько часто использую Telegram, что, например, мне не всегда удобно, я нахожусь в Телеграме, с конкретным человеком общаюсь, надоело, я прям сразу на него зашел, хоп, нажал позвонить и разговаривать, чем заходить в записную книжку, смотреть его номер телефона и так далее, и так далее. То есть это, конечно, гораздо удобнее. Единственная проблема сейчас, по крайней мере, с десктоп-версией, что язык-то русский до сих пор еще не установлен. Но на приложение для смартфонов русский язык уже Павел Дуров соизволил нам предоставить. В этом, конечно, ему большое спасибо. Вообще ему большое спасибо, потому что эта программа, она бесплатна. То есть нет никаких подвохов, все в порядке. Понятно, что рано или поздно этот процесс как-то начнется монетизироваться. Но на сегодняшний момент, там сколько уже, наверное, года 4 или 3, сколько там активно развивается Telegram, мы все с удовольствием пользуемся этой программой. Давайте про каналы теперь не рассказал. Каналы, банковские карты, давайте тоже назовем банковские карты. То есть фишка отличия от чего? Паблик, понятно, то есть доступен всем. Давайте также банк карты. Видите, невозможно, потому что я уже занял. Два назовем. И, допустим, те люди, которые у меня в записной книжке, я могу их пригласить. Да? Но здесь прикол заключается в том, что те публикации, которые я делаю через канал, да, тест, человек, который пользуется, ну, который подписан на этот канал, он видеть может, но комментировать ему невозможно. То есть единственное, что здесь считается, это просмотры. Это просмотры, какое количество людей что-то просмотрело. Наверное, можно эти записи отсюда форвардить, естественно, да, там, да, можно пересылать. Куда мы захочем, ну, допустим, вот я сейчас пересылаю это сообщение в банковские карты, да, вот, все, я переслал, то есть у меня здесь видно, что это сообщение было из банковские карты, имеется в виду банковские карты, канал было прислано в банковские карты. А вот здесь, наконец-то, ты Telegram, да, видите, друзья, да-да-да. Тут мои друзья начинают добавляться и видят, да, то есть они реально увидели, то есть у меня просто второй номер телефона, и они видят, что я добавился в Telegram, хотя всех этих ребят я тоже чуть ли не сам научился пользоваться этой программой. Так вот, в общем, преимущество Telegram, то, что здесь можно прям сразу создавать группы как закрытые, так открытый, публичный, как приглашать только своих друзей, да, я рассказывал своих друзей, add members, да, и добавляем, так и приглашать по ссылке, то есть каждый, у кого есть ссылка, он может добавляться. Естественно, тут записывается видео, я не буду от этого, от моего одноклассника вам сейчас прослушивать видео, потому что я не знаю, что там может быть, да, что там, что за ужасы он может мне сейчас, какие приколы может там рассказать. Да, calls, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь история звонков, ну опять же, наверное, можно просто нажать и перезвонить. Что еще у нас интересно? Ну понятно, что мы можем, например, найти темы. Давайте themes напишем, themes. Да, темы Telegram. То есть есть такие чаты, которые, например, предоставляют нам возможность менять и настраивать себе тему. Я вам не буду показывать конкретно, как это сделать, но до конца. Почему? Потому что мне нравится моя тема, я ее там настраивал. Но, тем не менее, я вам на примере
вот этого зеленого покажу. Не буду устанавливать кнопочку установить до конца нажимать, но тем не менее предмосмотр у нас будет. Для этого вам нужно скачать ее на компьютер, потом зайти на нее. Где она у нас тут скачалась? Так, подождите, давайте сейчас еще раз. Опа, вот эту тему. И, например, вот таким образом мы заходим. Так, ну куда она делась? Куда она делась? Так, downloads нам надо, конечно, downloads. Вот она, эти темы. Мы нажимаем. Сейчас, секунду. Не знаю, если честно, друзья, почему не сработает так просто. Всегда сработало без открытия. Здесь что-то начинает моросить. Downloads. Давайте еще раз. Downloads. Да, вот, например, в таком формате. Ну, давайте. Оп. Это вообще то? Это вообще не то, друзья. Это я вам еще не то хочу скачать. Так, ладненько. Давайте посмотрим, куда он вообще с application. А, ну нам надо выбрать Telegram. Что эта штука должна открываться с помощью Телеграма, но видите, она не открывается. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. А, может быть, это другая тема. Сейчас посмотрим. Так, это тоже что-то вообще тут непонятно. Темс, тема, тема и так пишется. Темс. Ну да, темс Телеграм. Почему же он не хочет открывать? Почему же он не хочет открывать? Я скачал еще раз. Не знаю, должно быть телеграммом открываться, и все должно происходить. Не должно происходить счастье. Но телеграм, видите, у нас недоступен. Ладно, в общем, попробуйте, потестируйте. Опять же, я сейчас не разобрался, почему, но я много раз это делал. То есть я устанавливал себе, нажимал активировать, у меня тема запускается. Она говорит мне: эй, братишка, братан, хочешь ли такую тему? И после этого я соглашался, либо не соглашался. Не знаю, почему. То есть не знаю, почему это не происходит. Может быть, эти темы не для десктоп-версии, да, и надо найти темы, которые, например, для десктоп. Давайте сейчас я у себя гляну со своего телефона. Может быть, у меня темы как раз-таки, те, которые у меня были, они для Temps. То есть они... А, вот, да, все, я поздравляю, преступление раскрыто. Десктоп, темас, вот так еще, кстати, нерусь, темс. Вот этот, друзья, вот этот нам больше интересует. Почему? Потому что в конечном итоге нам нужны именно десктоповские версии, а там, скорее всего, для айфона или для телефона, и оно не срабатывало. Вот, теперь я нажимаю, вот, и он мне предлагает применить Apple This Themes или Cancel. Ну, давайте я нажимаю Apple, применить. Смотрю, как получается. Ох, елки-палки, раньше было какое-то время, когда можно было тему отменить. Но не получилось, да? Так, ну вот я Escape нажал, значит, все получилось. Значит, просто теперь не таймер, а просто возможно нажать Escape. Вот опять же я скачал, применяю. Нравится мне, не нравится. А, вот видите, все-таки есть это окошко. Я нажимаю типа Cancel, Revert, да? Все, и опять все превращается. Вот этот цвет, который у меня есть, он не родной. Да? То есть он не родной, я вот одну из каких-то последних тем предустановил. То есть такая фишка есть у нас. Ну и самое, конечно, интересное, это боты. Ну давайте я сейчас уже про боты вас особо грузить не буду. Почему? Потому что боты — это одна такая сложная тема, которую надо, конечно, концептуально так разобрать, откуда эти боты растут и так далее, и так далее. Но могу сказать, что возможности, например, ботов такие: это вам кто-то написал сообщение на почту, это сообщение перешло к вам в Telegram. Сервисы различные, да, то есть если для бизнеса там звонок у вас в офисе пропущенный, вам сообщается о том, что у вас пропущенный звонок. Что умеют делать боты? Там переводить. А, вот, кстати, давайте, самый крутой Voicy, то, что я не видел, друзья, то, что я не видел, опять же, мне нужен просто помощник, мой уже проработанный Telegram. Сейчас, Voicy, по-моему, он так называется. Да, сейчас я его найду, секунду. Никуда, как говорится, не уходите, не переключайтесь.
Да, в общем, есть такой бот, он уже с кем-то разработан, какой-то компанией, не знаю, как она называется, но он называется Voice. Да, я его сейчас форварднул, я его сейчас на нашу группу форварднул банковские карты. Давайте посмотрим. И я хочу к этому, например, присоединиться. Что мне нужно сделать? Мне нужно здесь сначала выбрать, этот бот умеет распознавать звуковые файлы, которые я отправляю в чаты. То есть, ну, во-первых, я нажимаю старт, далее он мне предлагает выбрать ну, моторно, то есть движок, на котором это все будет работать. Здесь есть wait.ai, Google Speech и Яндекс Speech. Ну, Яндекс Speech Ticket, это, наверное, самый лучший. Выбираем его, выбираем язык и отправляем. Ну, выбираем язык. Все, счастье произошло, русский язык у нас работает. Теперь мы тестируем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Отправляется звуковой файл, и этот звуковой файл Voice должен расшифровать. То есть, видите, вот ответ начинается, он распознает речь. И оле-ола, должно сейчас что-то получиться, либо не получится. Ну, в общем, фишка заключается в том, что это очень удобно, потому что многие пишут, другие только слушают, только звуковой записываете, только слушают. Короче, одни пишут, могут писать, но не могут слушать, а другим удобнее звуковое сообщение отправить, потому что идут по улице там, или еще где-то, или долго говорить, отправляют звуковое сообщение. А, например, человек, который получает сообщение, находится на работе, он не может включить и прослушать. Да, это неудобно. Поэтому он в Voice распознает не всегда идеально, не всегда хорошо, но один из лайфхаков, ну, один из, это является одним из преимуществ Telegram на сегодняшний момент, потому что в других мессенджерах я пока этой фишки не видел. Все, друзья, давайте не будем это видео делать бесконечно долгим. Надеюсь, такие базовые вещи стали вам понятными. Опять же, в самых ближайших видео, я думаю, что запишем именно о ботах, как ими пользоваться, не как их создавать, а как пользоваться, какие есть интересные, удобные боты, про которые знаю именно я. Все, всем отличного настроения, меня зовут Кирилл Рыбасов, подписывайтесь на мой канал, всем счастливо, пока-пока.